Друзья, всем привет! С вами канал «Жизнь на подоконнике», я Татьяна. Мы с вами в магазине «Флоры Виль», и сейчас мы посмотрим отдельно уценку орхидей. На канале уже есть видео с обзором орхидей из магазина «Флоры Виль», а это отдельно стеллаж с уценкой. Они теперь по-другому делают уценку, они не пишут цену, они просто ставят процент скидки от цены. Процент довольно хороший, до 70%, есть 50%, есть 70%. И выбор, как вы видите, тоже не маленький. Есть даже пилорики. Единственное, что нужно либо сканировать, либо у продавцов узнавать цену. Корни в основном у всех хорошие. Но вот здесь, конечно, проблемы с самой шеей. Так что надо смотреть очень внимательно. Вот это как раз пилор был на ваших экранах, на него скидка, по-моему, 60%. Здесь прям вот одни бутончики. Название тоже написано на этикетке. И скидка, как мы видим, 70%. Только нужно, да, узнавать цену. Но выбор, как я уже сказала, очень большой. Есть что посмотреть, есть что выбрать, если вам нужна оценка. Мне кажется, это самое-самое. Это вот, по-моему, был Роттердам. Друзья, «Флоры Виль» находится в Москве. Ступинский проезд. Ближайшая станция метро Пражская. Но от нее еще нужно ехать на автобусе. Сам обзор вы тоже можете посмотреть на канале. Орхидей много. Очень красивые. Вот смотрите, какой прекрасный биглип попался. В общем, выбор шикарнейший, мне кажется, на уценку тоже. Можно прям покопаться. Здесь тоже одни бутончики, но здесь источки роста цветонос. Но скидка тоже хороша. Так что, друзья, буду благодарна за ваш лайк, за ваш комментарий и подписку на канал «Жизнь на подоконнике». А также подписывайтесь на телеграм-канал. Он так и называется «Жизнь на подоконнике». Там можно посмотреть фото из магазинов, еще какую-то интересную информацию, а также пообщаться в чате. Всем пока, друзья! До новых встреч!